Раздевалка после матча с Метеором, ничья 3-3. Пару комментариев игроков, как обычно, у нас Денис Фролкин здесь сидит. Денис, твое мнение об игре? Воскресенье. Не самая удачная наша игра, к сожалению. Где-то не повезло, где-то не хватило. Может быть, не были до конца готовы. Сделаем выводы, пойдем дальше, чтобы все будет хорошо. Так, Павел Калинин. Пару слов. Не пошла игра. Вообще. Вроде переломили же. Переломили, а в конце не хватило чуть-чуть. Понял. Так, продолжаем нашу традицию. Илья Малимон сегодня называет лучшего игрока сегодняшнего матча. Им остается Илья Малимон. Пару слов, да, по матчу. Я за. Сегодня как? Матч получился тяжелый. Тяжелый матч получился. Скажем так, победа не то, что от нас ушла, но мы ее теряли. Могли бы и выиграть, но соперник достойный, молодцы ребята. Лучший игрок матча после слов тренера в перерыве услышал Дмитрий Полоневич. И во втором периоде он начал играть. Поздравляю. 5 раз отжался. Уже 20 отжался. Красавчик.